Друзья, всем привет! Всем привет! Приехали мы до землянки выкачать воду, разобрать пол, разобрать кухонный уголок, чтобы просушить доски. Почему-то думаю, не потянет. Мощность маловатая. Так, красный плюс. Там нормально уйдет. Синий минус. Давай. Давай. О, пошла! Нет? Аккум быстрее сядет, мне кажется. Да? Дальше. Ну идет не так, как с утра с напором, но все равно идет. Сравнил 550 ватт и 12. Да. Друзья, очень жалко тарелки. Посмотрите, как они заплесневели, покрылись плесенью. Друзья, как вам мысль из землянки сделать избу? Перенести ее, получается, в другое место и поставить на фундамент. Землянка нам не особо понравилась из-за того, что много влаги. Зиму перезимовали, опыта хватило. Набрали пол землянки воды. Друзья, если бы вода вот к этому времени уже ушла и она бы уже подсохла, может быть, и не пришло нам этого решения в голову. Но вода там до сих пор стоит и как будто бы до сих пор откуда-то берется. И поэтому пришло в голову решение, а почему бы не сделать из землянки избу. Что-то куда поставить.
Друзья, время 6 часа. Хьюго тяжело дышит, жарко. Я решил, что схожу с ним до речки, искупаю. Поскольку сейчас ходить опасно по лесу, с собой тащу топор. И еще из самообороны у меня вот такая штука у нас есть. 130 децибел вышибает. Хьюго. Балдеж. Нравится ему, тут нравится. Такой небольшой бассейнчик. Это запруда бобриная. Воды из землянки уже почти нету. Вот здесь осталось немного выкачать. Всю землянку вынесли наружу. Это кухня. Тут лежаки. Будем потихоньку разбирать. Искать место новое. И переносить землянку в будущую избу. А сейчас мы отправляемся в избушку. Хьюго, поехали. В избу поедем? В избу. Будем считать, что это да. Вот так вот мы прячемся от комаров. Такую тюль натянули. В принципе, спали сегодня хорошо. Без комариков сегодня спали. Наконец-то пасмурная погода. Немножко прохладно стало. Хьюго бежит. Клещиков нахватал и бежит. Друзья, вчера, когда мы ехали с землянки, Миша встретил медведя. Я шел пешком, потому что там гора, с Хьюго, думаю, поднимусь, потом там сяду на квадрик и поедем до избы. Мы, получается, с Мишаней разделились. Мишаня поехал по одному пути, а мы с Хьюго пошли по другому пути. И я в гору поднимаюсь и слышу, Миша неистово орет. Орет так, как никогда еще не орал. А у нас с собой ревун. Я сразу же понимаю, что к чему, и сразу же нажимаю ревуна. Миша рассказывает, что когда увидел медведя, он, говорит, встал на задние лапы, такой сказал ку-ку ему, побежал. Миша начал орать. Он побежал в нашу сторону с Хьюго, влево. Я потом начал ревуном шугать. И он убежал, говорит, в противоположную сторону, получается, вправо. Хьюго немного полаял, тоже отогнал его. И вот мы потом поехали до избы. И немножко страшно было сегодня. Ну, в принципе, Миша говорит, что ему медведь понравился. Такой плюшевый, говорит. Реально плюшевый медведь. На поляне у нас уже снова высокая трава по человеческий рост. В следующий раз мы приедем, скорее всего, ее уже будем косить. Привезем с собой триммер и скосим.
решили затопить избушку сегодня, чтобы было потеплее. На улице холодно, да и вообще погода в целом изменилась, стало прохладно. Ночью до плюс 8 градусов. То есть уже не получится спать с открытой дверью и окном. Уже окно поставили на место, а двери сегодня закроем. Будем завтракать. На улице у нас сегодня 13,5 градусов. Прохладненько немного. Но зато комфортно работать, не жарко. Яишенка на природе. Самое то. Всем приятного аппетита. Приятного. Дождь, друзья, не прекращается. Все сырое. Мы решили, что так и поедем домой. Хорошо, что, кстати говоря, удалось протопить избушку. Немножко хоть, возможно, она просохла. В общем-то, все забираем, все собрали уже. Отлично покосили. Мы решили, будем переносить землянку в другое место, то есть будем делать избу из землянки. Разберем полностью землянку, пригласим друзей и побольше. Да, найдем место и перенесем в другое место все бревна. Будет новая изба, большая.
Обязательно пишите комментарии, что вы по этому поводу думаете. Всем пока, до новых встреч. Всем пока. Хьюго тоже всем пока говорит.